В Архангельске прошел 9-й Беломорский симпозиум, приуроченный к 90-летию Северного государственного медицинского университета. Его участниками стали более 400 человек из разных уголков России. Вопросы для обсуждения, как всегда, разные и насущные. Подробнее о них расскажем далее. В Северном государственном медицинском университете прошел 9-й Беломорский симпозиум. Основные темы обсуждения – анестезиология и реаниматология. К слову, в нашем регионе организована одна из сильнейших школ этих направлений. С каждым разом симпозиум становится более наполненным, и он очень важен для Архангельской области и для Севера. Беломорский симпозиум уже давно стал международным событием, и, конечно, благодаря тому числе тому, что в университете создана школа анестезиологов, научная школа анестезиологов-реаниматологов. Интерес к научной программе форума проявили специалисты из Великобритании, Венгрии, Германии, Дании и Узбекистана. Специалисты со всей страны, даже с некоторых точек мира, приезжают на данный симпозиум, чтобы услышать новую информацию, познать для себя что-то интересное в сфере анестезиологии, чтобы в дальнейшем использовать свои навыки новые в оказании медицинской помощи. В симпозиуме участвовали более 600 специалистов. Они обратили внимание и на нюансы здоровья на севере. Имеют особенности те патологические процессы, которые протекают у людей, и требуется, конечно, безусловно, особенно при трудовой миграции, определенный адаптационный период в условиях там, адаптации к полярной ночи. Я сегодня ее для себя испытал в полной мере. На симпозиуме были организованы мастер-классы, сателлитные заседания и дискуссии. Площадки работали не только в ВУЗе. Одна из них расположилась в детской областной больнице. Подобное взаимодействие, оно всегда полезно. Оно полезно тем, что более опытные и мудрые специалисты передают свой бесценный опыт молодым докторам, которые только входят в профессию и готовы поддержать и воспринять эту профессию и стать хорошими, классными хирургами детскими. Беломорский форум состоится вновь в следующем году. Ангелина Парфенова, Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, Ольга Красулина, Регион 29.